Ноги на ширине плеч, спина ровная. Начинаем круговое движение головой. В столице прошла молодежная эстафета «Народная зарядка». А вот как это было, увидите прямо сейчас. Само мероприятие в День спорта и здоровья, а также в рамках недели молодежи и студенчества собрало несколько тысяч участников на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Это незабываемое спортивное событие объединило не только молодых людей, но и представителей органов государственной власти, руководителей министерств и ведомств, общественных деятелей и именитых белорусских спортсменов. Сегодня от физической готовности, от патриотического воспитания, идеологического воспитания зависит благосостояние нашей страны. Защита нашей страны. И сегодня то, что многими поколениями наших людей делалось сегодня, вот мы передаем в руки молодого поколения, которое должно быть готово взять в эти руки сегодня. А руки должны быть крепкими, должны быть физически подготовленные люди. Данная акция направлена на привлечение людей разного возраста под лозунгом «Спорт доступный каждому». На территории спортивной чаши развернуто около 10 станций, где молодым людям предоставится возможность сдать свои нормативы в области физической выносливости, силовой, скоростной, а также поконкурировать в сборе и разборе оружия. Торжественное открытие народной зарядки началось с коллективного исполнения гимна Республики Беларусь, после чего участники марафона развернули государственный флаг и пробежали с ним по стадиону круг почета. Спорт всегда занимал особое внимание в жизни белорусов. Начинается это всегда с поддержки своих спортсменов, плюс привлечение детей в спорт, да. Но надо сказать, что народная зарядка – это такая традиция, которую я еще помню у своих бабушек и дедушек. Поэтому с удовольствием сегодня участвую в этом мероприятии. Неотъемлемой частью марафона стала сдача нормативов «Готов к труду и обороне». Молодые люди должны были обойти 9 локаций и проявить себя в разных направлениях, таких как прыжки в длину, наклоны туловища, отжимания, сборка и разборка автомата и не только. За успешное выполнение нормативов ребята получали сертификаты и нагрудные знаки «Готов к труду и обороне». Мы каждый день тренировались, готовились, не знали, конечно, что ожидать, но мы подготовлены, пришли в 47-й школу спортивной, конечно же, и будем тут самые лучшие. Давно хотел спортом заняться, знаете, решил начать с этого. Глядишь, мотивацией заряжусь на все лето, так себя немножко форму приведу. На протяжении всего лета мероприятия проекта будут организованы на всех спортивных объектах и площадках. Присоединяйтесь к народной зарядке и будьте здоровы!